Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 581. Начертите в тетради равносторонний треугольник, проведите все его оси симметрии. Начертим, например, равносторонний треугольник со стороной 6 см. Отметим на прямой две точки А и Б, находящиеся на расстоянии 6 см друг от друга. И дальше с центрами в точках А и в точке Б проведем две окружности радиусом тоже 6 см. Осями симметрии равностороннего треугольника будут три прямые, которые проходят через каждую из вершин этого треугольника и делят противоположную сторону пополам. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.